Привет, друзья, и снова я, и снова держу в руках этот принтер Canon Selfie 1200. Берем вот этот Canon 5D Mark IV, делаем фоточку и через Wi-Fi подключаемся к этому принтеру и посмотрим, что из этого получится. Вот они, мои два дорогих любимых устройства на данный момент. Что-то започкалось, надо это дело исправить. Так вроде лучше. И для начала нам нужно сделать фоточку, да? О, я придумал. Сделаем фоточку принтера. Отключаем, устанавливаем. Так, у меня почти уже быстро это все получается. И включаем, и так приподнимем, и вот так вот сделаем. А еще для лучшей композиции положим еще сюда готовую фотографию. Как будто бы она только что вышла из принтера. Клац, готово. Без инструкции тут не разобраться. Фотография у нас есть. Подготовьте принтер, подготовили. Идем в меню камеры, настройка связи. Так, и что? У меня нет такой функции. Напечатать на Wi-Fi принтере. Окей. Вот она камера. Окей. Где тут циферки? Вот они циферки. 7, 8, 12. Окей. Так, что-то подключилось. Камера занята, подождите. Подождем. О! И написано set и принтер. А ну-ка, нажимаем set. Печать снимка. Камера занята, подождите. Здесь можно сделать настройка бумаги, кадрирование. Ничего я не буду настраивать. Печать и все. Начать печать, окей. Вау! Неужели? А ну-ка. Так. Ну-ка. А, единственное, я тут не разобрался с настройками полей. И по умолчанию он печатает с полями. Да? Ну ничего, тоже прорыв. И поля очень даже симпатичные. Убираем вот это. Убираем вот это. Шикарненько. В общем, друзья, мы уже попробовали печать и с телефона, и с фотоаппарата. И этот принтер меня очень радует не только качеством, но и легкостью в работе, то, что легко подключить. Без инструкции не разберешься, конечно, но все равно это очень-очень просто. И главное иметь телефон, с которого печатаем фоточки, или 5D Mark IV, чтобы с него там через Wi-Fi подключаться. Ну и в следующий раз мы попробуем самый старый древний способ, это через проводочек к компьютеру подключим и распечатаем фотографию. Вот. А еще я сегодня поеду в фотолабораторию забрать фотографии, точно такие же, вот как вот эти вот мы печатали. Вот. Чтобы забрать фотографии, нужно еще поехать. И сравним, посмотрим, фотолабораторное качество, вот это качество. Кто-то мне писал, что дорого выходит. Да, это получается там около тридцаточки по расходным материалам только, но удобство, скорость и качество печати, оно тоже, ну, оправдывает. Я еще чуть попозже подытожу все это дело, всю печать после сравнения.
и выскажу свой окончательный вердикт. Стоит такой принтер покупать или нет, и для чего стоит или не стоит. Canon мне не платил, к сожалению. Вот. Так что я его рекламирую бесплатно, просто за то, что это классная штучка. Все, пока, до новых встреч!